В Беларуси планируют создать новую торговую сеть. На полках магазинов окажутся исключительно отечественные товары для дома. Льняной текстиль, декор и посуда. Главная задача – увеличить продажи собственной продукции. В стране проходит акция «Арсенал». МВД призывает добровольно сдать оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества, которые хранятся дома незаконно. Нелегальные владельцы могут быть привлечены как к административной, так и уголовной ответственности. На вторник объявлен оранжевый уровень опасности из-за дождей. Прогнозируется сильный ветер порывами до 20 метров в секунду. Днем максимально будет 12 тепла. Погода наладится к четвергу. Осадки прекратятся, а воздух прогреется до 15 выше нуля. На станционной произошло ДТП. 42-летний бесправник на Мазде двигался в сторону автовокзала. На закруглении дороги не справился с управлением и съехал в кювет. Известно, что сам мужчина не пострадал. От освидетельствования отказался. Горе-водителю грозит привлечение к уголовной ответственности. Ранее он уже привлекался за нетрезвое вождение. Управление по труду, занятости и соцзащите Бобруйского горосполкома приглашают принять участие в общественных работах по уборке овощей с полей. Оплата сдельная. Расчет по пятницам. Обращаться можно по адресу Гоголя, 7. С собой нужен паспорт, страховое свидетельство и флюорография.